Эй, всем привет, друзья мои, вы на канале Дикич, меня зовут Дмитрий, и сегодня, значит, мы с вами поиграем в игру под названием Abandoned Souls. Значит, это такая у нас хоррор-игра, где мы увидим ужасы через линзу экшн-камеры. Играть мы будем, значит, за видеоблогера, который путешествует по всяким заброшенным местам. Ну, классика, короче. Посмотрим, что там, где там, как там, куда там. Вот, значит, отхватим, может быть, пару скримеров, ну, отложим кирпичный завод, как обычно. Ну, как обычно я это делаю. Вот, и нафиг заканчиваем на этом и закрываем эту игрульку. Я, конечно, не любитель вообще хорроров. Ну, посмотрим, может, вам зайдет, а может, и мне зайдет. Ладно, погнали, вам приятного просмотра, поехали! В 2015 году видеоблогер Тим, снимающий видео про заброшенные места, по запросам своих подписчиков отправляется в старую заброшенную больницу в лесной глуши. На форуме, где он изучал информацию об этом месте, писали, что в 1985 году на этой местности пропадали люди. Ходили слухи. Это была не просто больница. Abandoned Soul. Так. А вот и она. Старая заброшенная больница, которая работала в 1980-х. И в которую я сегодня пойду, чтобы снять видео для моих зрителей. Фонарик. F. Управление, ну понятно. Вообще темно, ни хрена не видно. Использовать взять, открыть левая кнопка мыши или правая кнопка мыши. Хорошо. Вау, ну она какая-то такая. Прям реалистичная, да, смотрите. Так, вот данная больница. Дверь заколоченная. Мне нужно найти способ убрать эти доски. Тут это справа же. Не знаю, как... Там кто-то есть. Так. Так, обязательно играем в наушниках. Это важно. Иначе как она? Не отхватите. Вместе со мной. Немного экшена. Так. Мне надо что-то как-то эту дверь, видимо, открыть. Соответственно, что-то найти. Так, на Shift можно немножко даже ускоряться. Хорошо. О, могу пройти. Надо найти, наверное, что-нибудь типа молотка, топора или что там. Кувалды. Чтобы эти досочки сломать. Значит, что? Вот тут что-то лежит. Я вообще эти игры такие вот ужасти как-то не особо. У меня нервная система и так расшатана, конечно, да. Не могу. Я так жестко психую, боюсь и всего подобное. А тут еще с помощью таких игр что-то. А что вообще все засвечивается? Ни хрена не видно. Так. Подождите. Так, графика. Гамма. Давайте уменьшим. 2.3. Окей. Ну-ка. Да хрень какая-то, да? А, фонарик. Точно. Фига фонарик. Блин. Не, нафиг. Давай гамму обратно повысим, потому что нифига вообще не вижу. 2.9 будет. О, так лучше. Че я даже вообще... Впереди 2 метра, не вижу, как я тут пойду. Фонарик какой-то еле светит. Так, что, моя тачка? Что за модель такая? Китаец какой-то. Так, куда нам идти-то? Вот это тоже что не люблю. Не понимаю, куда мне что идти-то надо, куда делать. Как, куда крутить
вертеть. Люблю подсказочки. Так, у меня она сюда вообще не идет, как будто бы. Да, вообще не могу пройти никак. Хотя вот там вот. Вот там вдали что-то светится. Наверное, здесь могу пройти. Так, еще какая-то фотография. А, то же самое. Уволкивают. Или подожди. Такие вообще не волки, хрен знает. Бля, мне уже страшно. Так. Вот тут какая-то сарайка что-то светится. Воу! Можно затушить, не буду тушить, и так-то света нету. Так, я понял. Короче, здесь нифига не отображается то, что можно выбрать. А я могу только, короче, нажимать, и тогда я могу взаимодействовать с этим. Так. Вот там какое-то строение. Что-то везде вот это... Там кто-то ходит. Слышите? Кто там? Чё там? Огонь. Слышите? Я уже все, я очкую. Можно я выйду из игры? Вы чё, блин? Орёт как бабка какая-то там, не знаю, бешеная. Это как в столовой, когда я стакан разбил, на меня орали так же. Чё это брать-то можно? Банки, склянки какие-то. Если так вообще жесть, ни хрена не видно. Я не знаю, здесь ничего нету. Чего нету? Так, это что, контейнер, мусор? Так, где мы? Да ладно, тупой фонарь. Ну конечно, это классика. Вот просто великолепно, кусок дерьма. Там кто-то есть, свистит. Так, ну конечно, без фонаря я вообще очкую туда идти. Так, тут справа кто-нибудь вылез, да? А! Черт, какого хрена, что это было? Блин. Че тут? Гоу, ай, что-то там, что-то там. Кажется, на столе лежит ломик. О, а, ломик. Я бы вот лучше вот эту херню взял. Так. Сигналка. Нужно вернуться к машине. Подожди. Бля. Я подочканул. А топор может? Нельзя. Я бы лучше топор взял. Тут у меня тачку что-то там сломал, похоже. А что, светлее стало? На улице расцвело. Нормально. Что там? Ломик где? Так. Где мы шли-то? А, вот здесь. Угнать хотя... Колеса, что ли, снимают? Ё-моё. Мне не надо это. Мне надо сюда потом свалить как-то. Стоит только отойти немножко. Нужно подойти ближе, чтобы отключить сигнализацию. Она старая и не ловит далеко. Перед отъездом я хотел установить новую, но я, видимо, слишком ленив. Хорошо.
Так-то лучше. Из моей тачки что-то торчит. Окровавлен топор? Бля, кто это мог сделать? Похоже на предупреждение. Нужно решить, заходить ли мне в это здание, или лучше просто поехать домой. Охренеть. Ясен хрен, домой. Ну. Понятно. Домой мы не поедем, естественно, блогер же, блин. Так. Там свет загорелся. У меня в одном месте сжалось. Еще звуки вообще по кругу стрёмные. Свет горит. Это кто? Кто это был такой? Такое ощущение, будто он хотел мне что-то сказать. Надеюсь, он не сможет зайти сюда. Да, блин, хотел сказать. Ребята с форума не соврали. От этого места у меня мурашки. Нужно найти какие-нибудь записи, чтобы узнать больше об этом месте. Что за хрень? Извиняюсь. Снаружи начался дождь. Как же вовремя я зашел. Да уж, охереть как вовремя. Прям счастье-то какое. О, всю жизнь мечтал. Давайте тогда изучать по... Так, сначала прямо, потом налево пойдем, да? А, у меня фонарик вообще не работает, я так понимаю, от свет просто от камеры. Крыса! Чёртова крыса напугала, да это точно! Так. Буду вот так нажимать все подряд. Что нам вообще здесь найти-то, я понять не могу. Забраться-то мы сюда забрались. Так, я буду немного на шифте ходить. Чем быстрее, тем лучше. Хотелось бы, конечно, вообще бегать. Так, уперся. Тихо. Блядь! Стеллаж упал, тут кто-то спал. На стеллажом. Кто спал? Жестко, конечно. Здесь вроде вообще ничего больше нету. Не, вообще, ну конечно, я такие игры. А что там дымок до сих пор горит? Идет. Странно. Выглядит так очень странно все это. Так, как я прошел? Так, мишка какой-то. Здесь, я так полагаю, больше ничего нету, да? Это вот такой, типа... Немножко, короче, да, меня накололи. Зацени, кто это, блин? Это кто-то... Блин! Фу! Урод! Я сейчас тебе, бля, вот, где мой ломик, бля, в анал ему засунуть надо. Я тут хожу, очко, они... вообще, вы че оглядывал вообще? Че он ожидал? Я сейчас тебя, блин, догоню, конечно. Куда я вообще иду, непонятно. Так, выход. О, так. А, могу открыть, могу. Да? Что за хрень? А, надо один раз нажать, все, понял.
Что это? Где? А я, получается, могу взаимодействовать? Но не со всеми. Так, ну пойдем. Пойдем вправо зайдем. Так. Очко, очко сжимается, ребята. Так. Ничего брать. Нельзя, ничего не открывается. Да, ничего нету. Пойдем дальше. Так, а направо, налево, налево, направо. Здесь. О, он открывается. А это отодвинуть не могу. Так, давай куда? Налево, направо. Давай налево зайдем. Так, это я могу? О, открывается. Это что? Туалет. Ага. Так. Садиться могу, но недостаточно низко. Хорошо. Здесь ничего нету. Так. Куда достижение, похоже, у меня по звуку было, но не показало. Так. Как мне туда зайти-то? Да блин. Ага. Все, зашел. Тоже туалет. Пройти не могу, ясно. Блин, так неудобно. Открывай. Так, эту дверь не буду закрывать, потому что, ну, чтобы знать, что я здесь был. Так, мы пошли, что там, налево, на... Я запутался. Так, направо пошли, да? Сейчас налево пойдем. Здесь что? Закрыто? А, или подожди, мы отсюда зашли, наоборот. Я пошел... налево, а теперь сюда, прямо. Окей. Телефон. Но ведь это невозможно, здание заброшено уже много лет, и здесь даже нет электричества. Так, я понял. Телефон где-то здесь. Похоже, вот в этом офисе или что там. Да, при... Гроза. Да кто? А, это просто скелет. Фу, я опять немножко напрягся. Где телефон? Вот этот. Или вот этот. Так, они не работают. Ладно. Ничего больше здесь нет. Здесь. Все. Больше ничего нет. А, вот еще дверца. Наверное, туда можно зайти. Закрыто? Мы что-то пропустили, видимо, да? Или подожди, она, наверное, так и состоит, что я туда хожу, брожу. Так, здесь что? Здесь мы... Здесь мы были с вами, да? Здесь мы тоже были. Пойдем обратно. Здесь мы... А, были. Вот эта дверь закрыта была. Да, сейчас закрыто. Так, это что? Выход? Нет, не выход. Это коридор, через который мы прошли. Так, здесь мы... Здесь мы были. Да, были. Помню, заброшен этот. Хорошо. Так, а... Там, наверное, выход, да? Или здесь выход? Отсюда мы зашли, да, изначально? Да, это стеллажи тут эти заброшенные, точнее, которые упали. И до сих пор дым. Так.
Здесь делать нечего. Так, куда нам надо идти-то? Что надо делать-то? Мы или мы просто как бы типа будем бродим и все. Это, ну это выход из больницы. А все, больше ничего не было. Чувствую, сейчас какой-то скример, наверное, будет по-любому, да? Я, наверное, должен просто ходить по этим. Ну это тупо. Так устроена игра. Мне не страшно уже. Все, я уже успокоился. Все. Ты все засверлил. Козел. Реально там. Слышно, не слышно? Сверлит. У меня, конечно, шумоподавление стоит, но... Перфоратором или что он там стену херачит? Бля. Мало мне тут, вот здесь звуков. О, давай, еще перфоратора, нормально. Так. Я не понял. Так. Открывай. Ну я вроде бы здесь вообще все ползал. На полках ничего. На стеллаже ничего. Пройти не могу. Хм. Смотри, как я еще умею делать. Оп. 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 Так. Может быть, эту штуку можно отодвинуть как-то? Нельзя. Могу только закрывать. А может туда... Нет, он прыгать не умеет. Ладно. Так, может быть, сюда можно зайти? Закрыто. Телефон здесь звонил. Это что? Пошло все к черту, Рик. Они закрывают нас. После всего, что я для них сделал, мы сделали. Проект шел хорошо, мы были близки к нашей цели. Но одному из ублюдков сверху показалось, что мы привлекаем слишком много внимания. После всех этих лет, стольких жизней, принесенных в жертву, они решили все это закончить, чтобы не привлекать внимание прессы? Местные уже подозревали нас, а мы решили закрыть больницу прямо сейчас. Неужели они не понимают, что это привлечет еще больше внимания? Сегодня они вывозят все оборудование и всех объектов прямо посреди дня. Идиоты. Исчезновение? Мешки для трупов? Оборудование? Так, ладно. Теперь мне не по себе. Я понял. Там будто кто-то плачет. То помещения не было, да? Тут написано «Не смотри наверх». Блин. Черт. Че было? Там что-то горело, да? Или че? Не смотри наверх, да, и надо посмотреть наверх, но... Блин. Ладно. Окей. Непонятный скример, либо я что-то пропустил, но там что-то горело. Что-то открылось. Где-то здесь. Так, что-то справа или слева открылось.
А! Что это за херня? Ярко. Чё это такое? Вон он. Ты чё, блин? Ты чё с тобой, друг? Оп. Слинял такой. Это... У него какая-то болячка, или как она там, болезнь Паркинсона. Вот он в больнице здесь лежит. Давай. Конечно же заперто. Как же иначе? Follow me. Может быть, сейчас открыто? Закрыто. Откуда этот мишка тут взялся? И что это за странный рисунок? Я не знаю. Теперь я слышу, что здесь какие-то тележки где-то шевелятся. Коляски. О. А, этот? Мишка на инвалидном кресле. Так, эта комната выглядит знакомой. Значит, окажется, что он просто больной. Больной ублюдок в больнице. Так, вот там что-то шевелится. Слышно? Бля. Похоже на пердеж в трубку. Знаешь, когда дунул и прям этот... Подставил, короче. Граммофон. Или как он называется? Так, а мы здесь были. Так, звук где-то был здесь, да? А так это закрыто. Ну, точнее, я туда не могу пройти. О, опять мишка. Так, а... Ключ на столе. Между дверей. А... Часы. Ни хрена не помню. Похоже на коридор, в котором я уже был. Знакомые часы на стене. Где-то рядом с ними должна быть дверь. Часы на стене. А... Вот часы на стене. Какого черта это было? Блин! Нет! Ребята, я не буду уже в хоррор игры играть. Нет, не мое. Вот я играл нормально, вот эти всякие яркие, красивые, смачные игрульки, вот которые мы проходили планы топ-плана. Вот мое! Детская, красивая, симпатичная. Это не мое вообще, вот это не мое. Я сейчас пройду ее. И нахрен ее отсюда. Че, блядь, не. Там, что мне надо-то вообще? Я все забыл уже, что мне надо. Может, дверь открыта уже будет? Урод вонючий. Дерьмо, бля, собачье. О, говнюк!
Не, он так... А кто еще ночью? Кто-то в такие, чтобы для полного экшена в ночью поиграть, прикиньте. Это же полное очко. Так. А... Че там этот... Часы? Над дверью. Рядом с дверью, или может быть вот это? Закрыто. Закрыто. Так. Да, нам теперь-то. Там были типа часы между двух дверей, и, может быть, нам куда-то туда. Так, здесь нет. Нам не сюда. А, так, там на это светится, мы там были. Какая-то хрень горит. Так, это закрыто. Часы, понятно. О, ключ. Положить. Так. Где-то что-то открылось. Какая-то дверь открылась. Какая? Так, здесь мы... А, да, это мы смотрели. Вот это, может быть, открылось. А, может быть, та, которая была закрыта. Пойдем. Стрёмно, стрёмно. Мать твою! Иди нахрен отсюда! Урод. Так. Чё тут? А, все понятно, перешли на следующую локацию. Что это за место? Так, видимо, новый какой-то там у меня... Новая ачивка, но ни хрена мне не показывает почему-то. Нет всплывающего окна. Так, о, так это вообще подвал какой-то. Мы в подвал вышли. Так, пойдем сначала направо. Да, направо нам не надо. Нет, ничего. Так. Здесь не пройти. Какие-то туннели, мы идем... Сколько людей, мужчин, женщин, детей. И ради чего? Зачем мы все это делали? С самого начала я знал, что это все хрень собачья. Чего хотел добиться этот доктор Бархов? Я думаю, что ему просто нравилось мучить людей, и ему нравилось пытать людей. Я рад, что они закрывают проект, но кровь на наших руках. Я не думаю, что нам удастся ее смыть. Какой-то пересвет жесткий, непонятный. Вроде был сзади или спереди. Сука. Я не боюсь тебя. Свалил. Бля. Что это было за существо? Он похож на человека. Похож. Так, знаете, вот так вообще в реальной жизни, вот если представить. Кто бы так пошел? Что это за запах? Он перданул. Или ты. Или я. Скорее всего, я. Да, стопудов я. Это еще что такое? Эти штуки? Они громадные? Я очень надеюсь, что они не оживут. Хрена себе. Что, какие-то эксперименты были или что?
Нифига, тут капсулы эти. Какие-то все одинаковые. Может, это вот этот их потомок? Я ни хрена не вижу просто. Тут вообще ни хрена не видно. Приходится ходить вот так вот. Змейка от стенки до стенки. Что-то написано. Последние испытания прошли успешно, чего не скажешь про предыдущих подопытных. На этот раз объекты стабильны. У всех наблюдается рост мышечной массы тела, но умственные способности ухудшились. Память пропала. Объекты не помнят, кто они, что с ним случилось, и это ведь хорошо для нас, да? У всех подопытных выпали волосы. Голосовые связки деформировались, и объекты больше не могут говорить словами. Вместо этого они издают странные звуки, очень похожие на то ли смех, то ли на что-то еще. Также подопытные стали видеть в темноте. У них светятся глаза в кромешной тьме. Наблюдается повышенная агрессия в присутствии людей. Мы все еще не можем их контролировать. Радиочип в мозге не передает сигнал на наши компьютеры. Что-то препятствует ему, пока мы не можем понять, что именно. Продолжаем испытание. Идиоты вообще. Какие нахрен испытания? Что за... Фига себе подопытные, блин. Вы кого создаете вообще? Опять какая-то чипка. Бегает этот урод здесь. Где-то. Куда убежал? Так, давай сюда схожу. Это горит. Вот, блядь! Это что, труп? Рядом с ним лежит записка. Жесть. Жесть какая. Ну нахер, идем отсюда. Так. Что-то есть, нету? Фонарик дайте нам. Так. Это что? Баг какой-то был или что? Светились глаза. Наверное, у меня там должен был быть скример. Отлично. Игра меня поддержит. Типа, не пугайся, Дима. Я уберу парочку. Харь. Так. А, это определенно, это, типа, глаза светятся. Найти у них. Вот там что-то было. Так, здесь все закрыто, да? О. Так, здесь некуда идти. Так, куда идти-то вообще? Это мы возвращаемся назад. Да? Да, назад мне определенно, наверное, не надо. Так, а можно еще повысить гамму? Нафиг. 4. Да. Один, хрен. Нифига не видно, но... Чуть получше. Да, так получше. Чуть подальше вижу. Так. А. А, у меня же кассета есть. Ну втыкай. Так, не работает. Я же взял кассету. А, записку не прочитал. Так, я так полагаю, вот как раз когда я повышаю сильно гамму, ну-ка,
Сейчас проверка. Гамма. Вот так сделаю, типа 1,5, да. Беру. Канистра, генератор, свет. Кто-то подсказывает, как включить электричество? Нет, гамма ничего не меняется. Один хрен также засвечено. Так, о. Предыдущие объекты умирали в течение недели после выведения сыворотки и внедрения радиочипа. Но здесь что-то другое. Физиологические характеристики подобных улучшаются с каждым днем. Их иммунная система противостоит буквально всем бактериям, вирусам, которые мы им вводили. И это все, всего лишь спустя неделю после введения новой версии сыворотки. Мы рады, что доктор Бархов присоединился к проекту. С ним все идет гораздо лучше и быстрее. Его инновационные идеи и знания по многим областям помогли нам выработать лучшую версию сыворотки на данный момент. Так и надо, чтобы вам ничего не получалось. Вот вас всех и завалили к чертям. Так, канистра. А вот из канистра с топливом. Теперь нужно найти генератор. Хорошо. Генератор. А, чтобы посмотреть видос, наверное. Потому что, ну, понятное дело, что он не работает. Бля, что за звуки? Здесь генератора нет. Так, а подождите, а вот же где-то там кабеля идут, может быть, по кабелям надо идти? Так, давай пройдем сюда. Вот кабель идет. Так, еще какая-то записка. Радиочип все еще не работает. Мы не слышим их мысли. Не можем дать им никакой команды. Подопытные молчат, но иногда нам кажется, что они мысленно говорят друг с другом. Они переглядываются, кивают друг другу, реагируют друг на друга. Они будто стая, будто у них есть какая-то ментальная связь. На данный момент нельзя сказать, что мы добились успеха в военных целях, как было задумано, так как мы не можем их контролировать. Но возможно, мы добились успеха в другой области. Похоже, что мы создали новый вид. Ну вообще отлично. Нахрен этот такой новый вид нам нужен? О, генератор. Что там? Так, я вижу генератор. Я нашел генератор, он не раб... Не берется. Или что, на большой типа? Так, здесь... Дверь вообще закрыта. Так. Ну все, ничего не нажимается, точно. Значит, не этот. Ну это генератор. Блядь! Урод! Че ты бегаешь вообще здесь? Да, там свалил. А, вот генератор. Так. Ничего не работает. А. Топливо здесь залил. Где-то должна быть кнопка запуска. Где? Так, а... Да будет свет. Что это за звук? Будто бы упало что-то огромное. Видимо, здесь что-то упало. Так, теперь, я так полагаю, гамму надо немножко уменьшить.
Там заработал телевизор. Нужно проверить, смогу ли я посмотреть ту пленку. А, эта хрень вся упала вообще. Так. Ничего не показывает. А, play. Ну как тут смотреть? Чё? Стоп! Так вообще... хрень какая-то. Реально тут с пересветом жестко что-то. Так. Настройка, качество, вертикальная синхронизация. Так, чё она выключена? Максимальный FPS без ограничений. Высокое. Все высокое. Все должно быть чики. Вообще бред. Че там? Да. Ну такое себе. Это запись тех экспериментов, которые здесь проводились? Они и правда проводили опыты над людьми. Это просто ужасно. Все, мы все узнали и проводили опыты над людьми, а теперь мы валим с этой больницы, да? Скажи да. Так. Читали? Здесь мы были, может быть, ворота открылись? Нет, ворота закрыты. Тогда нам куда дальше? Значит, я, наверное, что-то упустил там. В главной комнате. Пойдем посмотрим. Потому что фиг его знает. Здесь закрыто, там, потому что у нас генератор. Тоже все бочками закрыто, определенно нет входа. Монитор я как бы что-то пощелкал. Вот здесь вот горит. Что-то горит. Скорее всего, нам сюда. Да, что это? Лампочка, не лампочка. О, да! С лестницей можно взаимодействовать. Хорошо. Я бы, конечно, туда бы не пошел. Никогда. Я бы вообще даже не заходил бы. Я даже не ехал бы. Бля, это чего тут? Еще один трупак. Жесть. Так, пещера, ага. Да тут все странное, не только пещера. Какая нафиг пещера странная, вы чё? Нафиг, надо сжечь все. К чертям. Да хватит уже. Звуки всякие издавать. Там скрипит, тут пищит, там тарахтит. Что-то мигает. Или что это? Это мой пукан. Точно. Это именно так он происходит, взрывает.
Доктор Барфок приказал покинуть всем лабораторию сегодня же. Сказал бросить все, что тут есть, сказал, что эксперимент провален. Нам никогда не удастся их контролировать. Все документы уничтожат, а подопытных успят и вывезут. Нас закроют. Клинику над нами тоже. Это конец. Сколько месяцев работы коту под хвост? Не знаю, что будет дальше. Скорее всего, лабораторию сожгут или законсервируют. Наша важная миссия будет забыта. Ну и черт с ним, хочу побыстрее убраться отсюда. Мы все хотим. Иногда, если прислушаться, даже через всю эту суету убегающего персонала, можно услышать, как кто-то стучит в вентиляции. Ох уж, и до чего это жуткие звуки. Ясен хрен, надо не консервировать, а сразу все сжигать. Просто дотла. Сообразили, блин, конечно. Там чья-то камера. Как будто бы я. Или здесь кто-то тоже ходил до меня. Вау, сколько там глаз. Охренеть! Какого хрена? Я узнаю это место из видео, я уже был там. Это мишка Тедди на столе. Ладно, с меня хватит, нужно сваливать отсюда. Пора сваливать. Так. Тут-то все закрыто, да? Свалить он решил. Ага. Забрался в самую задницу и решил свалить. Сейчас меня жахнут, их там много. Их тут здесь до хрена. Я думал, тут один. Сюда просто надо, не знаю, бомбу атомную взорвать. Все просто. Дотла... Судя по звуку, отключился генератор. Просто великолепно. Я не удивлен. И просто не удивлен. Фонарика нет. Генератора нет. Если еще на камере батарейка сядет, не все. Блин, эти вот это разрушается, взрывается, или что это вообще? Все, мне кажется, они разбушевались. Пойдем, пойдем, поползли. Мишка этот, ты чё? Ползли. Мишка этот везде, и там, кстати, на видео тоже были эти звуки. Так. Че, я сейчас должен все это пройти? И отхватить кучу скримеров, да? Отлично. Супер. Обожаю. Бля. Это че? Это я? Типа. Это я бегу, да? У меня получилось выбраться, что ли? А, выбрался из подвала, окей. О, господи, они гнали за мной. Нужно валить отсюда как можно скорее. Ты бегать не умеешь, ты вот это максимум. Просто бежать к выходу, Тим, просто к выходу. Нихера, я вообще приехал сюда. Это была ошибка. Нахрена я сюда? Бля, бля, какого хрена? Вот именно. Главное не останавливаться. Главное не останавливаться. Еще бы бежать в верном направлении. Бля. А куда нам? Лево, право, право, лево. Стоит.
Ну нахрен! Или надо посмотреть? Блядь, очень интересно. Выход вот здесь, да? Или посмотреть? Закрылось! Нахрен! Хорошо, не буду. Мне стрёмно. Шикарное видео. Да, превосходное. Обоссаться просто. Давай, сейчас тачкой колеса проколоты, может быть. Еще и тачку испортили мне тут. После того, как Тим опубликовал это видео, полиция заинтересовалась этим местом. Они отправили туда сотрудников, чтобы проверить это место. Они нашли кучу документов, техники и одежды людей, пропавших без вести, в этом районе на протяжении многих лет. Кроме этого, они ничего не нашли. Власти штата выразили Тиму официальную благодарность. Множество родственников и тех друзей, кто пропал без вести, чьи документы нашли, также поблагодарили Тима за то, что он, пусть и случайно, но все-таки пролил свет на то, что стало с их близкими. Game by just... Что-то там. Ну вот и все. Фу. Да, ну такая мерзкая. Вообще, все эти хорроры, они мерзкие. Просто. Я еще играл так днем. И, блин, ну стрёмненько были места, стрёмные, да. Заводик, да, кирпич у меня отложен. Все. Все как положено. В наушниках играть еще более стрёмно. Все эти звуки, я не знаю, как на видео. На видео чаще всего это не передается почему-то так. Хотя, не знаю. Ладно, в общем, как-то так. Поиграли, значит, мы с вами на такую вот хоррор-игру. Первый раз. Я вообще ни разу не любитель вот таких вот игр. Ну что, напишите, друзья, в комментариях, как вам вообще данная игра. Зашла ли вам вообще... Нравятся ли вам вообще такие страшилки? Как вам вообще мое прохождение? Не забывайте, пожалуйста, про поддержку, лайки. Я стараюсь специально для вас проходить данные ужастики. Все, всех обнимаю. Увидимся в новых сериях. Пока, друзья!